Клянемся пустыней, что ни один из нас не посягнет на желтый пояс. Я лишь желаю твоей дружбы. И моих сыновей. Пока они под моим кровом. Я не приду к тебе с мечом. Я стану растить их как собственных сыновей, вместе с моей дочерью Лейлой. Принцесса, вам более не дозволено играть с мальчиками, вы выросли. Я и помыслить не мог, что ты вырастешь такой красавицей. Насиб, шейх племени Хавитат, предлагает свою дочь, принцессу Лейлу. Брат, я почти совсем забыл, как выглядит отец. Он подобен соколу. Готовьтесь стать богатым. Насколько богатым? Очень богатым. Покой желтого пояса потревожен. Уговор нарушен. Ты эмиссар своего народа. Но что важнее, ты теперь мой сын и супруг Лейлы. Ауда. Отец, я пришел предупредить тебя. У Насиба искусные воины, современное оружие. Ты не смеешь меня убить, я принц. Нет, ты был принцем. Так Халиль убит? Мое гостеприимство не распространяется на убийц моего сына. Ты рожден, чтобы править. Ты станешь султаном после меня. За мной! Он предаст тебя, как предал меня. Сердце ужасит мир. Думаю, Насиб стал отцом лучше, чем я. Да укажет тебе путь Аллах. Теперь ты мужчина.